Всем привет, ребят, с вами Слит, и сегодня мы будем играть с вами в игрушку Ктулху.io. А перед началом не забудь поставить лайк под видео и подписывайся на мой канал. А вот эти ребята попались они в видео, если ты тоже хочешь попасть в видео, тебе нужно писать очень много комментариев. Вот оно, божество морских глубин. И мы сегодня будем играть за это морское чудовище под названием Ктулху. Вот, он говорит, что, смотрите, он создал меня, чтобы я собрал для него ресурсы, и он стал намного сильнее. Ну хорошо, хорошо, осьминожка, сейчас мы тебе все соберем здесь. Так, давайте введем свой ник. И мы появляемся вот таким вот Ктулху. Это у нас детеныш Ктулху, скорее всего. То есть мы должны его развивать. У него есть щупальца и какие-то две головки. Или что это такое? Какие-то колючки, что ли, непонятные. У нас, по-моему, жизни не так много, да? И они у нас постоянно уменьшаются. Что такое? Почему? Нам нужно постоянно кушать, чтобы не умереть. Я понял. Ничего себе придумали. Ну хорошо, постараемся выжить в этой среде. Среда довольно-таки опасная. Интересно, у Ктулху тоже уменьшается жизнь, если он ничего не кушает? Мне кажется, да. Мне кажется, у него тоже такая проблема есть. То есть мы с вами питаемся вот такими вот камешками. Странными, это то ли метеориты какие-то, то ли что-то еще. Но, видимо, это находится на глубине. Ого, а что со мной произошло? Вы это видели? Так, кушаем, кушаем осторожно. Надеюсь, что меня другие здесь игроки не убьют. Ведь есть здесь игроки, которые очень сильные. Мне кажется, здесь уже есть игроки, которые играют за Ктулху настоящего. Мне кажется, мы с вами такие маленькие, что нас вообще будет очень легко убить. О, уходим быстрее, уходим. Нет, только не убивай меня, чувак. Он за мной ходится. Нет, нет, уходим в другую сторону. У меня очень мало жизни, быстрее присасываемся. Нужно присосаться. Ну же, мы успели. Как же это так, ребята, мы не успели. Но что мы приобрели с вами? Мы приобрели половину уровня. То есть мы накапливаем с вами уровень. О, и нам наконец-то показали личный кабинет. Смотрите-ка, мы здесь можем улучшать здоровье, урон и скорость передвижения. Круто. Дальше что еще у нас здесь есть? У нас здесь есть, значит, боди, это у нас тело. Вот это да, ребята. То есть мы с вами сможем скоро улучшаться на новый уровень. И нашего Ктулху делать все больше и больше. Все сильнее и сильнее. Ну хорошо, оружие что это такое? А, это у него вот эти присоски, да? Это знаете, что мне напоминает? Мы раньше играли в игрушку на ИЧО. Как она называется? Я уже не помню, как она называется на самом деле. Но очень похожая была игра. Вот, кто помнит, ставьте лайк. Ага, Джао это, скорее всего, знаете, для чего нужно? Это у нас для того, чтобы присасываться. Ну, для того, чтобы кушать. Это наш ротик, можно сказать. В специальных вещах у нас есть только одна вещь, это poison. Ну, то есть, это у нас ядовитые, вот такие щупальцы ядовитые. Видимо, это тоже оружие. Окей, постараемся развиться. У нас пока что первый уровень. Надеюсь, хотя бы мы шестой уровень с вами сегодня сделаем. Либо четвертый. Вот у нас, видите, на четвертом такой рок идет. Появился Ктулху. Привет, Ктулху. Так, ну что тут у нас? И почему-то у нас идет время. Не знаю, что это за время такое. О, зеленый метеорит. Подождите, мне нужно. Что? Что мне написали? Я не успел посмотреть. А, то есть мне пока нельзя эти зеленые камни кушать. Мне можно кушать вот эти фиолетовые только камни, видите? Ну-ка, иди сюда, чувак. О, у него колючки. У него очень опасные колючки. Лучше уйти от него. Нет, 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 не уходим, уходим, уходим в другое место. Конечно, играть здесь довольно-таки сложно. Но ничего, я думаю, что мы с вами. Немножко приучимся. О, моя штучка, как она называется? Не знаю, как называется. Опа, вкусняшка. Вкусняшка называется эта штучка. Так, все, кушаем дальше. Нам нужно развить максимально большой уровень. И как можно быстрее, потому что, мне кажется, мы с вами такие маленькие, что никого не можем скушать даже. Вот. Давайте. О, мы скушали кого-то, вы это видели? О, крутяк, вообще, мы можем даже других Ктулху кушать. Кстати, как много здесь Ктулху? Мне кажется, это неправдоподобно немножко. Ведь Ктулху, по-моему, всего лишь один, если я не ошибаюсь. Это же божество, мифическое божество. Ну ладно. Так, давайте кушаем дальше эти метеориты. Подводные метеориты. Скушали. Кушаем еще один. Надеюсь, что мы с вами все-таки повысим скоро уровень. Как же долго нам нужно здесь развиваться, мне кажется. Так, осторожно, уйди от меня, уйди от меня. Так, Ланика, нужно быстрее искать метеорита. Где? О, метеорит, метеорит, быстрее, 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 быстрее. Кушаем его. Наслаждаемся, питаемся. У меня уже 63 коруптион. Коруптион это что-то такое непонятное тоже. Ну-ка, мы можем зеленые камешки кушать? Не, видите, мы не можем. Мне нужно вначале сделать свой ротик, ну, улучшить свой ротик, чтобы зеленый камень тоже кушать. Так что пока что нам еще нельзя. Очень мало жизни. Быстрее, быстрее, быстрее. Где же камешки все? Нет, и мы помираем. Но у нас уже второй уровень, ребята. И нам дали новый ротик.
котик, смотрите, вот это жесть. Ой, мы можем сразу улучшить здоровье, либо урон, либо скорость передвижения. Давайте улучшим здоровье, потому что без здоровья, мне кажется, мы там долго не будем проживать. Вот, и давайте наденем свой новый ротик. Где он у нас тут? Вот он, ребята. Надеваем. Вот теперь мы будем кушать метеориты побыстрее. Ну и заодно, наверное, зеленые мы можем, да, кушать теперь метеориты. Давайте попробуем. Где у нас метеориты? Ну-ка, кушаем. Во, питаемся, питаемся, питаемся. Отлично, ну вроде как побыстрее, да, стало. Мы можем его кушать? Да, мы можем его кушать, ребята, отлично, все, наконец-то. Наконец-то мы улучшили своего Ктулху. И теперь он может кушать все метеориты. Отлично, так, все, давайте тогда питаться дальше. Вот уже не будет проблем у меня. Скушали большой метеорит, отлично. У нас уже 102 коррупции, ребята. Это мой рекорд уже, это точно мой рекорд. Надеюсь, что мы с вами накопим побольше, чтобы повысить свой уровень до хотя бы 4 уровня. На самом деле здесь очень много игроков, которые могут легко тебя скушать. Вон, видите, они какие-то большие все, осторожно уходим. Нет, 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 я уйду лучше от этого чувака. Вон, видите, какой большой, у него тельце большое, толстое большое тельце, как у какого-то насекомого на самом деле. Поедаем. У нас уже 192 коррупции. Интересно, какой уровень сейчас дадут. Надеюсь, большой. Мы с вами выживаем очень долго. Смотрите, уже 2 минуты прожили. Интересно, когда мы с вами станем уже Ктулху. Я бы хотел стать этой осьминожкой большой. Опасной большой осьминожкой. Так, тихо, спокойно. Опа, ничего себе, что это было. Удет меня, гаденыш, колючий, смотрите. У него 4 шипа. Так, что он хочет от меня? Ого, ничего себе, как он больно бьет-то по мне. Не-не-не, лучше давайте отойдем немножко. Так, отходим, лечимся. Да что за гад какой? У меня очень мало жизни, быстрее, 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 питаемся, питаемся, питаемся. Офигеть, я чуть не проиграл, ребята, чуть не проиграл. Быстрее, следующий метеорит ищем. Следующий метеорит, где? Отлично, все, кушаем его. Ну кушай, кушай его, ну почему он не кушает его? Блин, бред какой-то. Ладно, но зато мы с вами заработали уже 6-й уровень сразу. Скушали так много коррупции, нам дали сразу же новый рог, новое оружие и новое тельце. Давайте наденем это тельце. И оружие сразу, какой-то рог. А, вот они, кстати, шипы. Отлично. Вот. И все вроде, да? Да, вроде все. Дальше накапливаем уже 10 уровень на вот это вот, на этот ротик. Давайте еще раз заходим. Вот это да, вот это у меня единорог. Ну, точнее, четверог. Вот, теперь меня точно все будут бояться. Так, тихо, кушаем, кушаем, кушаем. Куда ты от меня ушла? А, я забыл прокачать статы свои. Параметры, блин, ну ничего, ладно, потом прокачаем. То есть, с таким телом у меня и жизни больше, возможно. Так, стоять, стоять, а где кружочек, кружочек, ты куда? На самом деле, мы здесь очень быстро накапливаем уровень. Я думал, что мы будем здесь долго накапливать. Оказывается, довольно-таки быстро. То есть, мы за один раз повысили до 6 уровня. Я на самом деле здесь думал, что очень много всяких частей тел есть, но на самом деле не очень много. По сути, это очень похоже на игрушку Спор. Если ты играл в Спор, напиши об этом в комментариях. Мне кажется, многие играли в эту игру. Продолжаем кушать, продолжаем поедать все на своем пути. Так, ну что, у нас 269 очков, неплохо. Мне кажется, следующий уровень уже будет 10 у нас. И вроде как, ребята, чем больше у нас коррупции, тем больше жизни у нас уходит. То есть, видите, у нас жизни очень быстро пропадают. А когда у нас было мало коррупции, у нас жизни не так быстро пропадали. То есть мы должны все быстрее и быстрее с вами поедать эти метеориты. Иначе мы умрем. Отлично, ребята. И 500 у нас уже почти есть. Остался последний метеорит. Главное, чтобы меня сейчас не скушали. Ого, это новый метеорит. А, мы не можем его кушать. Ничего себе, смотрите. И мы, короче, мы погибли. И мы не успели присосаться. У нас уже 9 уровень. Я думал, что 10 будет, но ничего. Так, и пора бы нам уже улучшить параметры. Так, давайте посмотрим, что мы можем улучшить. Давайте здоровье будем улучшать. Скорость, урон. Давайте все сбалансированно будем улучшать. И здоровье. Постараемся сейчас немножко побыстрее все это делать. Вот, сейчас того чувака еще тоже загасим. А, отлично, ребята. Ничего себе, какие мы с вами злые. Злые Ктулху. Опа, чувак, здорово. Мы просто его закололи. За один удар. Но на самом деле здесь многие игроки это боты. У меня такое чувство. У нас был рекорд где-то 600 очков примерно. Оказывается, здесь есть еще третий метеорит другого цвета, и мы его не можем до сих пор кушать. Где метеорит? Срочно нужен метеорит, у меня уже 326 очков, и я помираю, неужели это конец? Да, это конец, обидно. Но ничего, мы с вами накопили 10 уровень, и нам дали новый ротик, отлично. Так, давайте сразу прокачаем еще скорость, давайте прокачаем. Так, и надеваем новый ротик. Осталось еще два ротика, то есть на 30 уровне и на 45 уровне. Я так понял, что здесь самые максимальные вещи идут на 45 уровне, да? А нет, 50-й, смотрите, есть. 50-й,
Даже 55-й, видите, тельце на 55-м уровне есть. Вот, и скорость у нас тоже высокая уже стала. Ну-ка, иди-ка сюда, чувак. Иди-ка сюда, чувак. Опа, сейчас мы его затараним. Так, у него мало жизни осталось, иди сюда. Нет, не уйдешь, чувак. И убиваем его, ребята. Отлично, убили. Но где же эти камни? Их так сложно найти. Так, осторожно. Ауч, больно. Ах вы мелкие паразиты, уйдите от меня. Мы такие существа, которые питаемся, и нам становится хуже от этого. Это очень странно. Вау, как же больно, ребята. Давай, присасывайся. Да что ж такое-то, вы это видели? Он просто не хотел присасываться. У нас уже 12 уровень. Нам дали новые улучшения. Нам дали новые параметры. А давайте-ка прокачаем полностью здоровье. Так что, ребята, вот так вот мы сегодня поиграли в игрушку Ктулху-Йо. Если вы хотите больше серий по этой игрушке, то обязательно сейчас поставьте лайк под видео и напишите об этом в комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока, ребята.